В прошлый раз Нюша и Максим Шабалин впервые получили от жюри 12 баллов. И это был отличный повод выпить по паре коктейлей «Куба Либре». Леша, какие коктейли? Мы же спортсмены. Какие-какие? Безалкогольные, конечно. Ну, просто чтобы вот почувствовать атмосферу кубинских пляжных вечеринок. Мы стараемся каждую программу обязательно по одному, по два делать новых элементов. Эта программа не исключена. Мне вот сюда вот на ботиночек. И держи себя. Что ты делаешь? Я просто не могу удержаться на одной ноге. Подожди, а где оттяжка? Что сначала делать, оттяжка или аттитюд? Уже ничего не надо. Самое сложное все-таки сочетать вот эти вот элементы спортивные, технику и то самое настроение, которое хочется передать. На этих репетициях я старалась сразу же с характером все это делать. Так классно. Это прям шикарно. А потом бы завернуть как-то, да? Потом какую-то нежность, только вдруг. Поцелуй. Да, этот номер дался непросто. Есть элементы, которые дались не сразу. Очень много сегодня испанских мотивов. И несколько пар будут отображать очарование Испании. Хотелось бы быть одной из самых выразительных пар сегодня. Да, добавить своих красок. Thank you.
Вот если честно, я сначала вообще испугался. Я подумал, что ребятам не сказали тему, и они выбрали арабский танец. Нет, но потом все наладилось, понятно, были исполнены несколько таких красивых, оригинальных, танцевальных, невысоких поддержек. Хорошую скорость показали Нюша и Максим. Мне лично не хватило, ну что ли, экспрессивных дорожек шагов. Пусть не сложных, но таких, которые бы отражали настроение. Этого не было. Ну, потом посмотрел, вроде бы на Нюше длинное платье. Какие сложные шаги в длинном платье. Молодцы, ребята, они справились с задачей. Молодец. Победил. Шучка только сломался у нас, да? Да. Нюша и Максим Шабалин. Оценки за технику. 5-9, 5-9, 5-9, 5-9, 5-9. Средний балл 5,90. Оценки за артистизм. 5-9, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0. Средний балл 5,98. Общий балл 11,88. Лисан, у тебя самый низкий балл. Но, естественно, это твое личное мнение. Вот хотелось бы его услышать. Чего тебе не хватило в этом танце? Я очень люблю эту пару, но мне не хватило выразительности у Нюши. Максим и Илья Вербух, который сидел и был выводящим тренером, был намного выразительнее, чем Нюша. Потому что у нас на соревнованиях мы всегда смотрим на выводящего тренера, на его реакцию. Так вот, Илья там сидел весь, он был просто Нюшей. Я не знаю, это было что-то... Не знаю, он был шикарен. Они практически втроем выступают. Да, да. А Нюша была слабовата в этом трио. Правда. Прости, не обижайся. Я тебя очень люблю как певицу, но здесь этот номер был слабенький, честно. Максим, ты классный. Спасибо, Лейсан. Марат. Ты будешь задавать вопрос, Леша, или мне отвечать за свои оценки? Нет, отвечать не надо, просто выскажи свое мнение, что тебе понравилось, чего тебе не хватило именно мне в технике. Мне очень понравился номер, но, Нюшечка, Максим, если бы не было вот здесь маленькой спотыкашки, вы знаете, было бы 6-0, я бы поставил 6-0, но, к сожалению, она была. Сейчас будем судить объективно, потому что, ну, вы знаете об этом. Вот не было бы ее, все были бы 6-0. То есть прошло то время, когда мы просто закрывали глаза на маленькие спотыкашки. Когда мы катались с Гидой Минусом, да, те времена уже давным-давно прошли. Прошли. Да, Гида Минус. Я хочу просто сказать, что вот мне в артистизме как раз вот я хочу Нюшу отметить, потому что есть разные позиции вот испанского танца, да, но вот мне очень нравится, когда в испанском танце, который сейчас мы здесь увидели, то, что женщина сдержана, вообще практически кажется без эмоций. Понимаете, можно увидеть только блеск ее глаз, только белок, понимаете? И дальше, не дай бог, если она подойдет к тебе ближе, это закончится трагедией. Вот мне как раз вот это вот понравилось, вот эта вот сдержанность. А Максим дышал так, что вот этот огонь был просто обжигающим. И вот это как раз лед и пламя. Лед и пламя, то, что мне очень-очень понравилось. Спасибо, Генвиз. Татьяна Анатольевна, вы тоже обратили внимание на маленький сбой? Или что-то было другое? Что заставило? Я вообще Нюшей довольна сегодня. Я вот, мне понравилось то, что ты делала, что они делали. Конечно, хотелось бы немножко разницы ритма, чуть-чуть, чтобы где-то оживить, чтобы не только вот таким языком, а чтобы где-то темперамент я увидела другой. Но то, что вы делали, было абсолютно, абсолютно музыкально и музыкально оправдано. Вот, но мне именно ее характер на льду очень понравился. Спасибо. Спасибо, уважаемый член жюри. Ира, тебе слово. Члены жюри сказали, что не дотянула ты до испанки жгучей и страстной. Ты, может быть, не любишь Испанию? Нет, я очень люблю Испанию, и мне очень нравится характер этой песни, потому что, мне кажется, заложена некая такая загадочность. Женщина, которая боится подпустить к себе мужчину близко. И я, на самом деле, очень старалась все-таки эмоционально передать этот образ, но, безусловно, была небольшая ошибочка, которая, да, вот так вот не было ее, но тут она на льду, она появилась. Максим, скажи, вот как ты думаешь, все же ваши помарки спотыкашки повлияли на оценку, или все же действительно не дотянули? А еще как ты себя чувствуешь? Чувствую себя прекрасно, спасибо. Я думаю, что да, действительно,
был достаточно сложный танец, и Нюша сегодня исполнила несколько новых элементов, и в конце, как это бывает, немножко, видимо, ослабла концентрация, и на простейших шагах вот вылезла эта помарочка. Я думаю, что, к сожалению, да, это повлияло. Оценки действительно невысокие. Не боитесь номинации? Мы, конечно, боимся номинации, но надеемся, что наши уважаемые телезрители не позволят нам вывести из проекта. Но мне кажется, у тебя армия поклонников огромная, если что, то проголосуют. Ребят, спасибо, не расстраивайтесь, держитесь до победного!